Всем, кто меня слышит, на нас напали. Просим помощи. Повторяю, просим помощи. Вот, вот она. Та ниточка, которая поможет мне искупить хотя бы малую каплю своих грехов. Снова в дерьмо вляпался. А ведь от прошлого еще даже не отмылся. Най, чё б за бодяжить? Надо бы ну того пидорка гнойного приложить. Попал ты конкретно. Чтоб лишнего потом как не гак. Я посмотрю, борзеешь ты. Но ничего, мы это поправим. Сныкаешься, если шо. Чё нужно, говоришь? Ну, к примеру, снаряга твоя мне очень понравилась. Давно о такой мечтал. Ты, если чё, не ссы, всё не заберём. Мы ж это, не звери. Ну и какого мы сюда припёрли? Ну всё, можешь быть свободен. Нас тебе уже не найти. Так что двигай к сталкерам. Они, если чё, помогут. Слушаю тебя. Имеется. Нужно побыть курьером. Согласен? Один мой хороший знакомый поставляет мне препараты с Интерем. Но, увы, у него нет возможности идти до нашей базы. Поэтому придется тебе идти навстречу с ним. Я дам тебе денег для оплаты заказа. Если сдача останется, можешь оставить себе. Главное, принеси кейс сюда. Я, может, еще что-то из лекарств тебе за даром подкину. Думаю, лишним не будет. А как же, имеется. Здравствуй. Какими судьбами? Слушай, я тут вою, как генерал под руководством прапора. Начальник мне особо разгуляться не дает, сам понимаешь. Усё на благо рабочего народа.
Ленин, ёпть. В общем, хлопец один возит мне спиртягу, настойки и попутно всякие штучки-дрючки из-за кордона. И тут на свалке их прячет. Мог бы принести. В долгу, естественно, не останусь. Марш-бросок мне в печень. Вот же дизель. Алкаш со стажем. Ну даст бог. Свидимся. Здравствуй, наемник. Как я погляжу, ты уже выглядишь пободрее. Ну, как себя чувствуешь? И как мне тебя называть? Меня Сапсаном кличут. Я здесь вроде лидера, но это лишь формальность. Настоящий лидер ушел пару недель назад в рейд. Но пока вести от него нет. Поэтому пока я тут всем заправляю. Что же касательно снаряги, то беспокоиться не стоит. Думаю, мы сможем в этом плане помочь друг другу. Значит, слушай и вникай. Еще несколько дней назад на подконтрольную нам территорию прибыл квад мерков. Ты наверняка думаешь, ну прибыли, и что с того? Знаешь, ничего бы сверхъестественного не было бы, если бы они не убили одного из моих скаутов. Меня беспокоит тот факт, что у нас с мерками вроде как союз, ну или что-то вроде того. Другими словами, они не трогают нас, а мы их. Ну и в дела друг друга мы также не влезаем. Мерк? Ну, тогда думаю, тебе будет проще узнать. В общем, твоя задача выяснить причину убийства моего скаута, ну и по возможности узнать, что именно меркам понадобилось в этих краях. Понятно? Понятно. Ну, риск есть всегда. А что касательно снаряги, то подойди к нашему технику, Дизелю. Он выдаст тебе стандартный комплект обмундирования. Ну, с богом. Эй, Дизель, сейчас к тебе человек подойдет. Выдай ему стандартный комплект снаряжения. Ну, бывай. Ну, здравствуй, гость заморский. Сапсан сообщил, что тебе нужно выдать. Вот, возьми. И это, поаккуратней, а то ведь вернуть потом придется. Успокойся. Повелся. Не нужно ничего возвращать, это, так сказать, подарок. Или же аванс. В общем, не буду утомлять тебя скучной беседой. Вот, возьми еще от меня кое-что. Думаю, тебе пригодится. Ну, привет!
сталкер. Проваливай, пока ноги целы. Не стреляйте! Я, может, и вооружен, но не опасен. Точнее, опасен, но не злопамятен. Гриф, ты ли это? Да. А ты, прости, кто будешь? Похоже, богатым буду. Ну ладно, хватит лирики. Это же я, Хмурый. Хмурый? Я думал, ты давно мертв. Ну, как видишь, жив. И хватит уже цифровой болтовни. Подходи, пообщаемся. Добро. Только ты своих парней предупреди, чтобы стволы отпустили. А то, не дай бог, еще шмальнут в меня. Какие люди почтили нас своим визитом? Честно признаюсь, не ожидал тебя здесь встретить. Ну, рассказывай. Как тебя сюда занесло? Понятно. Ну, теперь по делу. Зачем ты здесь? Да, помню тот случай, но понимаешь ли, какое дело? Это был несчастный случай. Что же касательно цели нашего визита, то ты и сам наемник, и должен понимать, что все это конфиденциально. Это запросто. Пришли мы сюда ночью. Шли тихо, спокойно. А ночью в тот день стоял такой туман, что глаз выколоть можно. Ну и услышали какой-то шорох в кустах. Подумали, что мутант. Ну и всадили туда пару очередей. Вот как-то так. Было бы неплохо. Ах!